Так. Нет, не так, вот так. Юпитер и Сатурн. 27 декабря 2020 год. Харьков, третий дубль. Сближение между ними 35 угловых минут. Ну, сближение, правильно мне в комментариях. За 22 число отметили, что это уже расхождение. Да, были они ближе всего 21 числа декабря. В 6 угловых минутах удалось мне их снять. 22 декабря, когда они были в 8 угловых минутах друг от друга. И сейчас это 35 угловых минут. Не получилось с самого заката их поснимать, потому как были облака. Но сейчас матушка природа смилостивилась и открыла хоть чуть-чуть. Нам наши. Даже колец не видно. Ну, смотрите предыдущие дубли там. Это я резкость пытаюсь поймать. Судя по всему, безуспешно. Там более высоко над горизонтом Юпитер, Сатурн. И более четко видны кольца и спутники. Так. Ну, не помещается в кадр, да. Приходится зум-аут делать. Так, спутники Каллиста. Первый идет Юпитера. Дальше за ним идет Юпитер. За Каллиста. Потом за Юпитером. Спутник Ио. Сейчас. И крайне замыкающий спутник Ганимед, который мне сказали, что... Когда я сказал, что он сопоставим с размерами по Марсу, мне указали, что Марс крупнее. Ну, крупнее, да, чем Ганимед. Но вот этот крайне левый спутник, он 5200 в диаметре, а Марс 6700. 6700, 5200 Ганимед. Ну, по мне так сопоставимо. Только, кстати, сейчас и Марс может пока. Вон он. Сейчас будет Марс. Я не про нарды, я про астрономию. Не могу оторваться. Там и Луна, но она сейчас за облаками. Сейчас все повернем, посмотрим, что нам покажет, то покажет. Да, ну и смотрите, конечно, за 22 число. Здесь же, на канале, канал Максим Костенко. Мне все равно, куда вы это видео расшариваете. Не обязательно на меня ссылаться. Я ни на какие авторские права не претендую. Смотрите, если кому-то мое хобби доставляет удовольствие, я буду только рад. А то мне шлют комментарии, что меня воруют видео. Невозможно воровать то, что отдают даром. Смотрите, скачивайте, распространяйте, делайте что хотите, монтируйте. Если вам нравится, я только рад. Это безумно красиво. Так, ладно. О, Луна открылась, пошли куда-нибудь. Еще, конечно, надо цвет неба видеть в этих облаках. Луна у нас сегодня тоже не одна. Она у нас в паре с Альдебараном. Звезда 66 световых годах от нас. Вот она ниже, яркая, чуть ниже облачка.
не хватало навернуться на этом льду. Так. По-моему, это просто восхитительно. Сейчас опять буду с резкостью играться. Материтесь не громко, чтобы на запись не попасть. Наверное, вот так. Ах ты моя красавица! Так, это у нас внизу кратер. Тихо. Это, в смысле, не команда, а название кратера Тихо Браги. Видно следы, как разлетелась материя при столкновении. Почему круглые все кратеры, говорил в предыдущем видео. Скорость столкновения такая, что превращается в жидкость материя и никаких касательных. Ну, есть там касательные кратеры, но их чрезвычайно мало. Так, поехали к Марсу, обещал Марс, который... Ух ты, надо штатив поднимать. До него 128 миллионов километров, вообще сосед. До Луны сейчас 394 тысячи километров. Наверное, палку добросить можно. Или камень. Да, и про фазы. Есть фазы, ребят, у внешних планет, конечно, есть фазы. Просто они не такие яркие, отчетливые. Серпа. Внешние планеты. Ух ты, елки-палки. Вы, конечно, не увидите. Все, убежал. Ну, на снегу регулировать это. Ну, вот, понятно. Ладно, поехали.